принципе, дороги хорошие. Пока еще, пока я еду. Так, давайте проедем по главной улице. Вот собака. То, что беда для мотоциклиста, это не гонять в городе. Если бы я ехал 80, да, дал бы здесь газу, то что это для меня могло бы закончиться не очень хорошо, если бы она выбежала бы под колесо, забежала бы. Было бы печально. Дороги, как видим, латаны, ремонтированные. Справа магнит, остановка. Слева здание в аренду сдается. Едем, прикольненько, аллея. Здесь вот можно погулять. Соблюдайте скоростной режим, так как городишко маленький, а машин очень много. Вот тяжмаш. Там Маша тягает тяжести, вот в этом здании. Тяжмаш, маш-тяж. И говорили: Маша, не тягай тяжести, она тягает. Да это я уже смеюсь, прикалываюсь. Макдак даже есть. Здесь вот рынок по левую сторону до самого вечера. Сейчас уже, по-моему, 8-9 час уже. Аптеки, как бы все, в принципе, вот оптика даже. Ну, как бы, в принципе, все вот в доступности, что ли, можно так сказать. Люди шагают прямо вот по перекрестку. Ну, видим, вот почти как Китай. Почти. То есть, в принципе, это можно сказать даже норма. Вот здесь госслужащие из Африки. Даже так же имеется. Довольно-таки густо населенный городишко. Телевышка транслирует передачи на ваш экран. Ну, вы меня смотрите через интернет, а телевизор вот смотрите через эту вышку. ДНС, цифровая бытовая техника. Вот так соблюдает правила. Ну, впрочем, это везде. Девочка идет, виляет попкой. В принципе, довольно-таки походка у нее. Ну, она притягивает взгляды. Хочет на себе притянуть взгляды. Так, дальше мы видим вертолет. Это памятник. Так как здесь рядом аэропорт и... Поставили памятник вертолету. Здесь летает очень-очень много вертолетов. Вот, ребят, вот такой вот вертолет. Давайте повернем направо. Проедем вдоль гаражей. Здесь гаражи, здесь дома. Такая провинция. Зато как-то, не знаю, уютно, что ли. Городишко маленький и густонаселенный. Еще раз могу повторить. Здесь много улиц, много маленьких таких вот проулков. Если кто-то из этого города
смотрит меня, пишите комментарий, сразу же отписывайте мне комментарий. Привет, пилот! Я только буду этому рад. И ставьте пальцы вверх. И подписывайтесь обязательно, ребят. Подписывайтесь. Так, это я уже заехал в зону гаражей. Я же говорю, очень много автомобилей, и поэтому, соответственно, очень много гаражных мест. Так, а я уже куда-то уперся, наверное, в самый конец. Да. Давайте развернемся. Братан, погоди, сейчас я проеду, а ты потом езжай за этот. Да, езжай. Вот, показываю тоже. Просто кто из города, ему, наверное, интересно все смотреть, где он бегал в детстве, с кем играл, где гуляли, с кем гуляли за ручку, у кого-то первая любовь, по гаражам. Первая любовь происходит у гаражей, естественно. Но это я уже не про всех, конечно, ребят. Вертолет прикольный такой. Так, здесь нужно быть аккуратным. Там, наверное, там воинская часть. Здесь рядом воинская часть. Ребята служат по контракту. Кто-то проходит срочную службу. В общем, вот такой вот город, как бы все рядом. Все рядом. Мебель, магазин мебели. Едет, по-моему, Lexus. Ну, Lexus я узнаю сразу издалека. Хорошие автомобили. Приятные. И как и взгляду, и как на ощупь, и как... Да вообще приятные автомобили. Японцы делают вещи, и с этим не поспоришь ведь. Вот, ребята, здесь есть ЖД-вокзал. Здесь что-то огорожено. Здесь вот я, ребят, не знаю точно, но вот здесь, по-моему, ну, не буду врать, вот здесь что-то за колючей проволокой. Я стараюсь быстро не ехать, так как я быстро не ездию. Я ездил аккуратно, и чтобы, ребят, было приятно вам и приятно мне делать обзор. Я пропустил водителя. Я просто еду, снимаю обзор. Парнишка на мотоцикле. Молодец, привет тебе, если ты меня увидишь. Подписывайся на мой канал и ставь пальцы вверх. Очень-очень много магазинов таких больших. То есть обилие магазинов. Вот бани для автомобиля. Ну это везде есть, в принципе. Ну практически везде. Но в таком городе, как Сызрань, это должно быть обязательно. Так,
Так, повернем направо, проедем. Такие широкие улицы. Как бы здесь уютно, что ли, можно так сказать. Люди не ездят быстро. Вот в отличие от Ульяновска, так там гоняют. А здесь люди как бы, братан, ты посмотри перед тем, как будешь трогаться. Право, лево обязательно. А то что-то я начал переживать. Опасненькая ситуация была. К счастью. Так, ребят, проедем прямо, потом уже там развернемся и потом уже повернем направо. В Сызрани довольно-таки хорошие дороги. Здесь, как я понял, Брайтон Бич. А, здесь это грех не газануть. Я думаю, 60 я нормально еду в городе, просто как бы здесь я смотрю по движению, вроде бы так же ездит. В Ульяновске можно ехать 80, а то и 90, а то и где под 120. Просто как бы люди ездят там так, но мне как бы это не по кайфу в городе ездить на такой скорости. Раньше было, да, сейчас уже нет. Кто смотрит мои видео, кто смотрит мой канал, тот понимает, о чем я. Очень большой город, очень большой. Опа, бочка довольно-таки большая, сделайте ее. Это я обращаюсь к мэру города Сызрани. Чего себе там он газанул. Так, давайте повернем налево, выйдем на главную улицу. Девушка, ты красивая, ты привлекаешь взгляды. Так, ну что здесь? Парикмахерские. Гринго! Гринго! Вот, церковь. Мы добрались до церкви. Вот, пожалуй, самое красивое место. Да, такой прям, прям вот там надпись «Сызрань». Здесь мы повернем налево. Такое красивое местечко, ребята. Очень красиво. Но вот здесь бы дорожку бы сделать, конечно. Я понимаю, здесь, наверное, оползень, асфальт портится.
Вот это место чем-то похоже на город Ульяновск, на улицу Гончарова. Там проулок. В принципе, больше, мне кажется, вот сколько я ездил в Ульяновске и сколько я вот сейчас еду по Сызрани. Давайте, ребят, повернем направо, если сзади никого нет. Что-то я здесь маленько нарушил. Если что, извиняюсь. Здесь вот такой зеленый дом. Мне просто понравился, как бы я его увидел и решил сразу к нему. Вот. Вот так красивый, красивый очень. Очень красивый домик. Так, налево, да? Ага. Там вот справа, если до конца поехать, там лодки стоят. Уже Волга. Это мы, получается, пойдем на спуск. Пацаны на прокачанной оке. Молодцы, ребята. Так, держать. Надо тюнинг производить. В принципе, мне нравится. Ничего такого плохого я не могу сказать. Везде производятся ремонтные работы. Дорога нормальная. Есть, конечно, пару местечек, но это везде так. В принципе, нормальный асфальт. А говорят, что в Сызрани плохой асфальт. Ну, может быть, когда-то он и был плохой. Но вроде бы, вот пока я еду, нормальный. Даже для мотоциклиста, да? Вот улица. Улица Советская, ребята. Ну, еще огромный большой плюс, то, что водители ездят медленно. Это очень большой плюс. То, что нет такого бешеного движения, как в городе Ульяновске. Ну, заниженная десяточка привлекает взгляды. Молодец. Наверное, на пневме по-любому. Прокачал аппарат, ездит и кайфует. А не пилит пружины, как многие ребята. Лучше, как говорится, помастерить чуть-чуть. Копить денежек и поставить пневму. Лучше сделать так. Я аж испугался. Наверное, знакомого увидел. Может, меня смотрит. Если ты меня смотришь, тебе привет. Так, вот здесь вот, как я понял, площадь. Ну, сигнал у тебя, дружище, громкий. Ништяк, у меня такой же стоит на тачке. Да, довольно-таки медленное движение. Сбербанки. В принципе, мне все нравится. Хорошее впечатление у меня. Я вот 50 еду, но тут 60-50. Вообще нормально. И люди никуда не торопятся, самое главное. Вот высоточки. Хорошие дома, наверное, новые. Может быть, почти новые. Здесь мы повернем налево. Так. Пропускаем. Хотя, наверное, направо или налево. Нет, по-моему, налево. Или я оттуда поднялся, выехал. Вот не помню. Что-то заговорился, ребят, забыл. Я же делаю обзор, я тут не катаюсь часто.
вот переезжая железнодорожные пути, мост, шинка, новый асфальт, сразу видно, хорошая дорога. По-моему, даже она ровная, эта дорога. Не то, что там у нас делают. Там как скачешь прям по волнам. Да, я правильно еду. Лежачий знак есть, а лежачего нет. Хорошо, напугали. А то я уж быстро разогнался. Да, вот сзади едет Toyota и даже не обгоняет меня. А если ты бы ехал по Ульяновску, она давным-давно тебя обогнала, еще бы тебя обогнало, если бы я ехал, вот 65 я еду, меня бы еще, наверное, машин 20 обогнали бы. Просто такое движение. Очень много знаков, где 40. Ну давай уже, братан, я тебя пропущу, ты уж обгоняй. А то я действительно медленно еду. Ага, ребята, вот справа река Волга. Нет, ну водители здесь молодцы, однозначно, однозначно. Очень культурное вождение, я просто удивляюсь. Даже в вечернее время, сейчас пик как бы прошел, наверное, чуть-чуть, да. Уже вечер, уже сколько, часов 9, наверное. В принципе, хорошо, молодцы, так держать. Да, красивый город, хорошие дороги. Ну, местами есть везде, как я повторяюсь. Местами везде есть чуть-чуть ямы. А я вот, ребят, на что я сделал акцент, да, я вот удивился, что здесь по центру города я проехал, какой асфальт. А какой асфальт в Ульяновске? Так это вообще, блин, это вообще в Ульяновске в центре, так там... Не знаю, лет, наверное, 20 его не ремонтировали и не собираются ремонтировать. Там такие ямы, там просто вообще, просто жесть, скажем так, просто жесть, действительно, просто жесть. Так, здесь маленько трафик напряжный, но, блин, куда эта дорога идет, я что-то прозевал, даже и не посмотрел. Надо сейчас спросить у тетеньки. Сейчас узнаем. Здравствуйте. А не подскажете, из Сызрани выехать? Туда же ехать? На выезд из города ехать? А, туда, да? А, все, спасибо. Подсказали, спасибо огромное. Никуда не сворачивать. Ну, странно, я, наверное, заехал, по другой дороге. Да. Вроде бы такого движения не было здесь. Я уж что-то, ребят, забыл, блин. Столько интересного увидел уже у меня. Память отложилась, маленечко другое.
Магнит. Вот это вот чем-то прям напоминает город Ульяновск. Вот это вот прям Магнит. Я имею в виду, такая же парковочка. Такой же, в общем, вид, обстановка рядом. Угу, значит, я выезжаю, да? Так, если что, камера была, ребят, слишком высоко, извиняюсь. Может быть, чего-то и не заснял. Чего-то было плохо видно, может быть, вам. Ага, вот я переезжаю железнодорожные пути. Это я сделал целый крюк. Угу, вот. А, я ж проехал под мостом, точно. А сейчас я еду уже повыше, уже над переездом. Кто-то хочет обогнать уже, у кого-то не выдерживают нервы. Ну а смысл обогнать одну-две машины и потом ехать также в пробке? Вообще не вижу никакого смысла. То есть я двигаюсь вдоль железнодорожных путей. Ага. Понял. А, там лежачий полицейский. Там он довольно-таки высокий, нет? Нет, нормальный. Не хочу ее гонять, я потихонечку еду. Прикольно. Хороший асфальт. Ну, я думаю, здесь из города, наверное, несколько выездов. Не все же, наверное, один, через который я заехал. Вот не знаю. Газпромовские заправки очень хорошие. У них очень чистый бензин, не то что на Роснефти. Маленько модику надо чуть-чуть набрать скорость, чтобы он подостыл. Все-таки литр. И, в принципе, почему спрашивается, из-за чего эта пробка? Странно, я тоже не понимаю. Неужели вот из-за маршрутного такси? Из-за маршрутки? Может быть, камеры здесь? Все может быть. Но все-таки люди культурные, вождение хорошее. А вот Сызрань выезд. Все, я выехал из города. Вопрос только в другом, куда я поеду. Здесь уже другая трасса, да. А, понял. Здесь два, наверное, заезда. Со стороны Самарской трассы. Самара-Москва, наверное. Самара-Октябрьск. Так, надо встать на обочину, открыть карту и посмотреть.
Далее я поехал. О, ребятки. В общем, вот такой вот обзор городка Сызрани. Вот. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал.